Вопрос оплаты труда – один из самых важных для граждан ЕС. О том, какие тенденции наблюдаются в этой сфере, рассказала Евростат, статистическая служба Евросоюза. В Греции впервые за последние 10 лет минимальная зарплата возрастет на 11% и с 1 февраля составит 650 евро без учета налогов. Самый высокий МРОТ в Люксембурге. Жители Великого Герцогства получают 1998 евро. Подданные Нидерландов почти на 400 евро меньше. Минимальный размер оплаты труда в Ирландии – 1563 евро. Это на 40 евро больше, чем во Франции. В Южной Европе дела обстоят несколько хуже. МРОТ в Испании – 900 евро. И это с учетом повышения на 22% с января нынешнего года. В Португалии с 2015 года минимальная зарплата повышалась несколько раз. И здесь сейчас могут рассчитывать на 600 евро в месяц. Евростат отмечает, что в Португалии, так же как в Греции и Испании, трудящиеся получают 14 зарплат в год. Все эти годы страны Южной Европы страдали из-за финансового кризиса. Португалия и Испания увеличили минимальный размер оплаты труда. Это свидетельствует о том, что теперь они начинают идти в ногу с государствами Северной Европы. Тенденция к повышению МРОТ очевидна в странах Центральной и Восточной Европы. В Венгрии в сентябре прошлого года МРОТ повысили на 8%. Для квалифицированных работников он составляет 614 евро. Для неквалифицированных – на 144 евро меньше. Правительство Польши предложило довести минимальный размер оплаты труда в нынешнем году до 525 евро, увеличив ее на 7%. В Чехии после дебатов властей с профсоюзами и представителями бизнес-кругов МРОТ составит 518 евро. В Словакии подписан декрет об увеличении минимальной зарплаты на 8% до 520 евро в месяц.